В прошлом выпуске мы проверили навыки Дэна на футбольном поле, но сегодня мы решили узнать, насколько он разбирается в футболе за его пределами, и сразились с ним в популярных квизах с паблика 4-3-3. 4-3! Даня, иди сюда! Я скажу. Играть. Я скажу. Стоп! Я знаю. Ах ты жулик. Мбаппе. Ух ты, матенька, ребят. Стоп! Стоп! Лайк, подписка. Позвенели в колокольчики, и мы начинаем. Подготовили три квиза. Давайте разделимся на команды. Даня, иди, будешь помогать брату. Сава будет Саня. Не надо мне такая помощь, я сам. Все конкурсы основаны на знании футбола. В первом раунде участникам нужно отгадать футболиста по его карточке FIFA, но ребятам будут доступны лишь часть данных игроков. Друзья, хотел напомнить, что партнером нашего канала является компания FavBet. Лучшие коэффициенты на все спортивные события по ссылке в закрепленном комментарии. FavBet. Прямой игрой. Стоп. Первый сказал стоп. Не-не-не-не-не. Пусть будет... Подожди, это 21-я? 20-я карта, да. Кавани. Француз, уже, подожди, да? Француз. А, блин, француз. Смотри, да, не торопись. Тихо, не подскажем, просто не подскажем. Если вдруг он ошибется, да, то переходит вам. 78 да. Пас, 75 Мбаппе. Физика. Подожди, а кто там? Нет, больше никого. Но Мбаппе правый полузащитник вроде. В FIFA. В 20-й. Пусть будет... Нет, Жару, не. Вы тоже думаете? Сейчас вам да. А, ты знаешь? Это вот, ты, да? Ах ты жулик. Ладно, отвечай, пусть будешь ты. Давай. Мбаппе. Да у нее стетом. Не-не, если Мбаппе, то это ваш голос. Ну смотри, они ж не утвердили. Не-не-не, это Мбаппе для пацанов. Давай посмотрим. Да ну не, ну у нее СТ, ну куда? Ну в FIFA не было СТ. Мне так кажется. Стоп, Кейн. Кейн. Один-один. Стоп. Кто первый? Давай на Суефа быстро. Ну хорошо, кто говори ты, начинай. Я знаю. Фернандини. Пусть будет... Подожди, а позиции нет? Нет, хорошо, позиция. Ну окей, пусть будет нападающий... Сейчас, как его? Видишь, тут дриблинг 79, пас 79. Бог ты мой, забыл, как нападающий. Джезус? Да, Джезус. Давай. И Фернандини. Да, Сава, иди сюда, я тебя тащу за... Оп, тоже стоп, стоп. Там все Баварии, немцы и все это. Ну хорошо, по скорости. Я могу ответить прямо сейчас. Ну говори ты, я говорю Мюллер. 72 скорость? Ну пусть хорошо, ты сказал. Мы теперь... 79 защитник. Это центральный защитник. Это пусть будет... Подожди, а Рюдигер куда перешел? Рюдигер Челси. Не, ну он был же до этого вроде. Он уходил, по-моему, из Штутгарта в Челси. Ну, видишь, это не сильно быстро. Не сильно быстро. Хорошая. Там в центре поля играет. Блин, я вообще без понятия, кто это. Ну что, вскрываемся? Я Баварию. Ну давай, вскрываем. Ну давай. Зюле. Давай, малыш! И... Блин. Оп, стоп. Ну я могу тоже сказать. Ну, пусть будет ну, Бернардо Сильва. Согласна? Да. Канцелярия! Ну что, обманчиво, ничего себе у него дриблинг. Оп, стоп. Я скажу. Я скажу. Я скажу. То ли со. Не, он не был там. Все, ответ есть? Да, ваш ответ, пацаны, подумайте. Но мы выиграем. Ага. Эрнандес. Это очень тяжело. Хардкор. Стоп, я знаю. Испанец 7. Фланговый полузащитник. Вроде бы. Подожди, как? Сейчас, блин, я вспомню, пожалуйста. Я могу сказать свою версию. Нет, ты говори тоже. Ты не знаешь? Вы говорите обе версии. Ну, я думаю, что это Аспас. Да. Центральный нападающий. Правильно. 100%. Я просто... Ну, давай, я фамилию не мог вспомнить. По баллу вам каждому. Да. Блин, я за фамилию. Я знаю. Ну, это не точно. А, нет, потому что Б, слышишь, я знаю, да? Бенфика, Португалия. Короче, мы не знаем. Да. Чуваки, кто это такой? Что за тело? Ага.
Блин, я уже тоже не помню, кто тогда играл, блин, на Аяксе. Да, да, тяжело. Ну пусть будет Фрэнк Дион. Я не помню, но он уже в Барсе. Он уже был в Барсе. Был? Да, считай, это май этого года. Хорошо, пусть будет под нападающий. Блин, забыл. Который... Ван де Бек. Не, я за другого. Я за... В Челси вроде, да? Да, я знаю о ком-то. Не вспомнишь, я подскажу. Да говори. Хаким Зиеш. Да. Все, ты за Ван де Бека. Ну, пас хороший. Не, наверное, у него даже пас. Ты что, травишь? Мы никогда в жизни не поняли. Шамани, 10. Мы очень слабые. Все, чувак. Во втором раунде участники должны отгадать футбольный клуб по представителям национальных сборных, которые играют за эту команду. На все про все парням дается 10 секунд. А, это сборную надо определить? Нет, нет, это команду по сборной. Посмотри разные слова. Саня, дай 5. Они играют 3-4-3, да? Не то, не то, не то. Ты же, что это за сборная солянки? Все нации разные. Ты хорош? Ой-ой-ой, брат. А Габон, мне кажется, ты... Абомиян? Арсенал. Арсенал? Да. Me first. Ну, Габон только Абомиян. Ну, все круто. 3, 2, 1. Да. Ну, принцип ясен. Да, короче, 1-0, давай. Да, поехали. Швед, там где этот играет, Влад? Нет? Милан. Да, Милан, два итальянца. Мало первого, то есть. Да, 2-0, значит. Там где зла. Такой ответ шведа увидел, там где зла. Так, это значит, это у нас... Марокканец на воротах. Подожди, может... Мария. Модрич справа. Голландец. Центр. И нападающий, и Голландия. Я знаю. Отвечаю. Отвечаю. Это Севилья, по-моему. Да? По-моему, да, это Севилья. Интересно. Два. Да он видео смотрел, блин. Не-не-не, не видео. Ура, ура! Видно, кто, блин, больше выиграет. Оп. Очень донатно, а? Уругвай. Четыре англичанина в команде. Кавани. Подожди, сейчас. Боже мой. Сейчас скажу, подожди. A few moments later. Я готов, МЮ. Да ё-моё. Смотрим. Ну тогда все понятно. Конечно, потому что я снова сказал, что Кавани, ё-моё. Не, реально, пацаны, говорите название клуба. Норвежа. Стоп! Боруссия. Да, Боруссия Дортмунд. Браво, да, браво. Да, это Санчо. Было очень быстро. Стоп! Правый защитник из Албании. Знаешь кого-то из Албании? Попа-стопа, попа узнал. Нет, да, ну тут реально. Нахуй, нахуй. Да ну нафиг. Я вообще не сказал бы. Стоп! Не, надо было стоп сказать, надо было стоп сказать. Тоттенхэм, стоп! Я сказал стоп первый, Тоттенхэм. Все, Дэнч. Стоп! Да, Тоттенхэм. Стоп! Француз, серб. Серб, француз, два нападающих. Реал. Стоп, 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 Реал. Реал. Да? Реал, да, иди сюда. Потому что это за состав, я не понимаю. Отдыхар, что это? Отдыхар. Ну, как? И на воротах Тибо Куртуа. Это реально Реал Мадрид. Да. 3-3, видишь, заруба. Стоп. Красавец! Договори, это хорват. Стоп. Хорват, хорват, аргентинец, бельгиец. Бельгиец, Лукаку. Так в Италии играют. Интер. Ну просто формация, только в Италии так играют. Три защитника, у них всегда вот... Он там Мартинес. Да, и Мартинес, да. Мартинес, да. Португалец, португалец, бразилец, испанец. Ух ты, матенька, видно. Кто это? Немец нападающий. Ну давайте ладно. Посмотрим. Давай, да. Спортинг. Спортинг? Ты играл все за Спортинг? Да. Давай, есть версия. Спортинг? Нет, это Мэнди. Да, я же говорю, это Мэнди. Ай-яй-яй. Я же говорю, мастерок. Стоп! Спортинг! Да я перестал. А у тебя все ответы? Ну здесь все португальцы, чемпионата Португалии дать. Ты спортинг? Да. Вот это поворот. Что за поворот? А вот вы от вратаря можете все понять. Я стоп, посижу.
Колумбия про. Ух ты же вообще мастерочек, ну ты какой-то нянс. Да ты ела фифер, елки-палки, мало того, что меня обыграл здесь вот. Не, я смотрю, тут этот, скажи мне, Родригес, да. Хамес. Аргентина? Пацаны. Испания, Бразилия. Чувак, там правый защитник, это не Ньюкасл? Нет, чувак. Это пусть будет Барса. Это Барселона. Дест, браво. Да. Какая это браво. Я вспомнил просто за Деста. Сейчас следующий. Сейчас решаю. Все, последнее. Стоп! Стоп! Давай перед тем, как мы будем прощаться, мы разыграем вот такой подарочек. Смотрите, это футболка Колосского Оливка с игровым номером Костышин на спине. Первый профессиональный гол Дениса Костышина в украинской премьер-лиге. Кому он забил и когда? Кто первый в комментариях ставит этот ответ, тот и забирает эту футболку с автографом Дениса. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели в следующем видеть в этой нашей рубрике. Кого ты нам посоветуешь позвать? Давай скажем так. Рекомендация. Давайте, чтобы с другой команды, пусть будет Виталик Миколенко. Вот. С Динамо. И... Вот. Кого еще? Егор Назарин с Зари. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Все вот эти ютуберские наши правила и традиции. Пальцы вверх, колокола. Поделитесь этим видео с друзьями. Мы рады были вас видеть. Увидимся в следующих выпусках. Давай, погнали, ребята.